Всем привет. Искал спальник в машину, чтобы получился ровный пол. Lada Largus 7 мест. Так как ночевали в Чегеме, и палатку у нас сдуло ветром и порвало. Пришлось все по-быстрому собрать и спать в машине кое-как. Потом я облагородил и спали уже более-менее комфортно. Но вещи приходилось перекладывать на переднее сиденье, что не очень удобно. Начал искать в интернете спальник в Largus. Попал на канал Олега Николаенко. Созвонился с ним, списался и заказал. Стоимость спальника 7900, длина его 178 сантиметров, ширина, ну, сейчас посмотрим. Приехал он упакованный в картонную коробку, внутри все в пупырчатую пленку запаковано, из города Тюмень прибыл, доставка компании СДЭК обошлась в 1200 рублей. Размеры посылки 120 сантиметров длина, вес 18 килограмм и 20 на 25 сантиметров. Буду распаковывать. Все упаковано в пупырчатую пленку. Тяжелый, зараза, 18 килограмм. Вкусно пахнет деревом. Говорит, что это самая компактная упаковка, что надо посмотреть, как это сделано, чтобы потом не перепутать. И складывать именно так. Распаковал. Получается у нас 16 дощечек из фанеры. Это 4 перекладины. Цепи. Веревочки. Буду пытаться собирать. Получается у нас 6 цепочек с карабинами. Такие вот. Два болта. Болтики 4 штуки с гаечками. 6 веревочек. Как я понимаю, это для регулировки. Посмотрим. Буду дальше собирать. Закрепил 6 петель. Такая петля. Накидываю ее не за ремень, а прям на болт. 2, 3, 4. И на водительский и пассажирский ремень. Получилось вот так. Здесь болтики, чтобы не разъезжались они. Они ставятся здесь и там. Получилась вот такая высота. Регулируется все цепями. Можно выше, можно ниже. Но это практически минимальное. Там еще сантиметр запаса. Попробую, пойдет или холодильник. Закрепил все. Надо выровнять. Что-то там выше, тут ниже. Сейчас немножко подровняю. Вот так все четко получилось. Провозился, конечно. Надо пометить, где перед, где зад, где вверх, где низ. Тогда будет гораздо все быстрее. Все вполне замечательно. Сейчас попробуем залезть. Матраса пока нет. Тоненького. Есть вот такие пенки. Матрас, думаю, надо два матрасика шириной по 55 сантиметров брать. Это пенка 60, но она тут вот упирается. Матрас тут будет также упираться. Попробую заползти туда. Забрался.
Ну, вполне себе нормально. Это, конечно, матрасик вдувной, маленький, такой тоненький, 2 сантиметра. Ну и нужно подушку. Будет вполне замечательно. В арбусе еще что хорошо. Можно открыть стекла. Камеру положу в режим проветривания. Вот, свежий воздух будет идти. Надо опускать. И здесь точно так же. В семиместном варианте только. Вот, свежий воздух пошел. Хорошо, вполне себе. Здесь тоже можно поставить болтики в конце, чтобы не разъезжалось вот это все. Вот так вполне себе нормально. Рост во мне 1,91 м. Вполне здесь умещаюсь. Дверь закроется, там еще свободное место есть. Есть подушечку. И вполне себе нормально. Покажу, как забираюсь. Вот так. Тут такая удобная ступенька получается, если вещей нету. Вот. Я на месте. Можно спать. Так, соберемся. Конструкция, говорят, выдерживает 200 кг. Я 80 вешу. Жена 60. Сейчас попробую, помещается ли туда холодильник. Холодильник помещается автомобильный, но впритык. Думаю, можно вот так раздавить. Надо будет чуть-чуть выше здесь поднять. Здесь регулируется. Все, поднимется или выше, или сиденье я когда поеду уберу заднего ряда и поставлю его туда. Там глубина больше. Думаю, там он поместится без проблем. Ну, так вот. Всем спасибо. Всем пока.